Друзья, подошли на выставке Бакуновичу Андрею Николаевичу, который выставлял своего кобеля. Сколько, Николаевич, возраст твоему? Летом будет 7 лет. 7 так, лет будет кобелю. Что он у тебя имеет? Первый лось, первый кабан, два первых барсук, 6. Ну? Первый лось, первый кабан, 6 вторых состязательных кабану. Ага. И, слушай, и вот это твоя сучонка, да? Это сучонка, вот это беля. Это тоже твоя? Да. И вот... Подожди, иди сюда. А этот что тебе, Майя? Этот молодой кобель, я его не успел выставить, ему 11 месяцев. Его брат уже имеет директор института в России. Этот Ермак тоже ему 12 год, ему ровно год, не выставлялся. Но уже у этого кобеля... А происхождение что же? Происхождение этого кобеля происходит Машка происходит от корсар происходит от моей же белки и от удара. Покажи родословную на того кобеля, что 8 лет. Рабочее качество его и выставочные. Вот, друзья, смотрите. Уже граф нету на выставку записи по рабочим качествам. Ну и в этом году он стал чемпионом породы. Этот кобель. Сколько, Николаевич, держишь? Лаек. 16 лаек. То есть 15 лаек и одна баварская гончая. Ну, пожелаем, друзья, этому молодому заводчику удачи в нелегком труде с его собачками. Так что, кто желает, друзья, кто желает, будет приобрести или повязать с этим выжнецом сук своих. Скажите, Николаевич, свой номер телефона. 8029 9. 3 шестерки 5 8 4. Поиск у этого кобеля довольно-таки для наших угодий широкий, до 2 километров. Именно поиск, не бродяжничество. Он знает свою работу. С этой собакой можно работать в одиночку. Ни 3, ни 5, ни 7. Одна собака делает всю работу. И вот еще это, да. Расскажи что-то про баварскую свою. Баварская гончая. Меня эта собака заинтересовала проверить, будем так говорить, насколько она именно будет работать по кровавому следу. Именно будет использоваться... Доборы подранков, да? Доборы подранков. То есть знаем, как работают таксы, как работают яги, как работают лайки. Для своего убеждения завел эту породу, чтобы убедиться... На все-таки какая собака. Сколько ей возраст? Ей 12 месяцев. 12 месяцев. Ну, добро, друзья. До новых встреч. Ну, до свидания.